Сотрудники Центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД проводят проверки грузовых и пассажирских перевозок. Полицейские проверяют перечень документов, предусмотренных законодательством в сфере перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также техническое состояние транспортных средств. В Калининграде было выявлено нарушение правил дорожного движения водителям грузового транспорта. Один административный материал составлен за нарушение правил пользования тахографом. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения. Соблюдайте правила.